Я сейчас стою возле сельпо. Это вход в сельпо. Здесь какой-то микроавтобус стоит, непонятно на каких основаниях. Рынок. И здесь есть такой чудный закуток между сельпо и нашей злочастной баней. Здесь все просто усыпано ящиками, мусором, гнилыми яблоками, всем, что сгнило и не смогли продать. В общем, такая мерзкая свалка прямо в центре города. Обрисованные стены, естественно, наша обшарпанная баня, развалившаяся. Так что этот мусор здесь вполне органично выглядит. Но если с баней что-то быстро мы сделать не можем, то с мусором сделать можем. Поэтому мы договорились с администрацией сельпо, что здесь они установят забор. Установят забор, и просто это будет препятствовать тому, чтобы работники рынка, все вот эти стихийные продаваны, не сбрасывали сюда свой мусор. Это произойдет в субботу, и в субботу мы же пройдем с таким небольшим рейдом, чтобы донести эту инфу до работников рынка, что мусорить здесь нельзя. Весь свой хлам забирайте с собой. Конечно, этот забор, наверное, не очень поможет, потому что сыпят свой мусор работники рынка и за забор. Вот так все это выглядит за забором. Вот представьте, это прямо возле сельпо происходит. Это какая-то жесть. Ну ладно, строительный мусор, понятно. Там даже вон плитка тротуарная есть. Део, на заметочку. Но вот это все сделали работники рынка. Каждые выходные все эти бабушки, дедушки, лотки, которые там продают, весь свой хлам просто тупо сбрасывают сюда за забор. А потом, не дай бог, происходит пожар или еще какая-нибудь хрень. И все, все в кусты, никто не виноват. В общем, мы видимся в субботу, когда здесь работники сельпо будут ставить забор. А мы заодно пройдемся по продавцам на рынке и расспросим у них, как так. Как так? Почему мы должны терпеть их грязь, когда прибыль с этого получают они? Я сразу в субботу подойти не смог, но в оговоренный срок сельпо выполнили обещание свое. Забор стоит. Забор стоит, письмена закрашены. Это, конечно, не пример какой-то изящной эстетики архитектурной, но это функционально. Как минимум хлама в том закутке уже не будет. Сельпо, вы молодцы! Сделали чище и себе, и своим клиентам, и просто окружающим. Теперь дело за работниками рынка, особенно за теми, кто стихийно здесь торгует. До них надо донести, что захламлять ту территорию, на которой они же и работают, это зло. Сегодня Пасха, здесь никого нет из торгующих, поэтому придется вернуться в другой день. У меня есть некоторые аргументы для тех, кто стихийно торгует на рынке и очень любит разбросать свой мусор по общегородской территории или подкинуть на территорию чужого предприятия. Насколько я знаю, никто очень серьезно не заморачивается по поводу каких-либо разрешительных документов для этой торговли. Так вот, идея очень простая. Никто так и продолжает не заморачиваться этими документами, а вы просто не засырайте вокруг себя территорию. По-моему, это такой благой, легкий шантаж во благо всем. Все, пока. Везде, где могу дотянуться объективом камеры, везде мусор. И здесь же распустилась вишня. Пахнет на всю округу, как символ того, что чистота и красота пробьется даже через такой мерзкий хлам.